Да, как видите, настроение прекрасное. Готовимся к предстоящему матчу, разбираем соперника, отрабатываем свои элементы. Все как обычно в тренировочном процессе, режиме. Единственное, сейчас погода немножко подводит, то есть тоже у кого-то начинаются сопли, насморки. Стараемся беречь себя. У меня соплей нет. В целом хорошо, готовимся, и настроение есть, и выиграть хочется, как всегда. В принципе, всегда разбор он идет стандартный, да, и это такие секреты, о которых никто не говорит вслух, да, что у нас, что конкретно. Ну, как обычно, стандартный разбор, как они действуют, ну и как мы будем, да, противодействовать их как бы, тактике. Поэтому это такие секреты, которые не выносятся. Ну, акцент всегда делаем на всем, отрабатываем приемы, отрабатываем сильную подачу, то есть какую-то стабильность в обычных элементах. Честно, мне никого не хочется выделять, потому что я всех, да, знаю и с кем-то больше дружу, с кем-то поддерживаю просто общение. Ну, поэтому, дабы не вызывать никаких там споров, кого-то я выделила, кого-то нет, все достойные игроки. И вот в Туле так сложилось, что все друг за друга, от этого игра складывается, знаете, такая командная, эмоциональная. Ну, это есть в Туле, это круто. Тульская команда хорошая, интересная, они достаточно много играют первым темпом, у них темпы активные, быстрые. Тут еще два фартовых таких игрока есть, как Оля Ефимова и Катя Тимошкова. Если у них так прет, то они там готовы, каждый мяч забивается, летит, и уже не понимаешь, господи, как они это делают, но если у них игра пойдет, то да, сложно будет. Будет интересная игра, приходите обязательно, мы вас ждем.